Мы находимся на верхнем этаже. То есть крыша в относительно хорошем состоянии, я бы о ней не пёкся. Но видим трещины, деформационные трещины, туда же упала штукатурка. Вот эта трещина очень нехорошая. И зайдем в помещение. Заходим в помещение. Вот эту вещь я очень боюсь. Здесь все настолько прогнило, что мне толкнуть пальцем, и это все упадет туда. Вот такая штука нездоровая. То есть это та фрагмент стены, а наверху держится каркас на одной полуржавой гребеночке, которую мы видели. И внизу гуляет публика. Очень опасная вещь, надо обратить на нее внимание. Смотрим на все деформационные трещины по периметру. То есть здание не лопнуло, а оно смещено. Смещено на 7-12 миллиметров, в зависимости от ситуации. Это верхний этаж нашего здания.